Приготовление запеченной форели в духовке довольно простое. Вам понадобится форель, специи, например, соль, перец, травы, лимон, куркума, паприка, розмарин, барбарис, оливковое масло. Начните с очистки и промывки рыбы, затем обмажьте рыбу приготовленным соусом и запекайте в предварительно разогретой духовке при температуре около 180 градусов Цельсия около 20-25 минут или до готовности. Это настоящее питательное удовольствие, полное вкуса и полезных элементов. Надеюсь, вы почувствуете всю изысканность и натуральность. Приятного аппетита!